Лунтика X долбанули лопатой. Вот когда вот видишь нечто подобное, ты сразу понимаешь, игра получится просто потрясающей. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и добро пожаловать в игру под названием «События происходят после оригинального Лунтик X». Ха, нет, это не так она называется, это такая очень тонкая шутка от Декарта. Вот Декарт прям атаковал зрителя в лоб тончайшим юмором, не правда ли? Все прям захотели подписаться, кто не подписан, и залайкать видео, кто не залайкали, да? Невероятная шутка. Нет, это так игра начинается. Называется она Lunatic X Continued Nightmare, я так понимаю. Но у меня на ярлычке написано просто Lunatic X Continued. Ну, я так подозреваю, что, наверное, будут какие-то параллели с игрой Sonic X Continued Nightmare, иначе это странное совпадение. Ну, поглядим, поглядим. Короче, Лунтика X долбанули лопатой. Вот такая вот прям вот четкая, очень четкая, что называется, вступительная фраза. Вот когда вот видишь нечто подобное, ты сразу понимаешь, игра получится просто потрясающей. Кто долбанул? Кстати, человек-какашка какой-то, непонятно. Какамен. Какамен долбанул Лунтик X лопатой, ни хрена себе. Альтернативный мир. Лунтик X был выгнан в свой мир, но портал в земной мир не успел закрыться. Короче, этот сюжет хрень. Да, я не буду спорить, я не буду спорить с тобой, автор. Явно пулитцеровскую премию какую-нибудь тебе не дадут. Мне очень нравится вот использованный для Лунтика вот этот вот... Вот эта игрушка или что-то такое. Я когда-то это где-то видел в интернете, по-моему, когда искал какую-то фотку для обложки видео. По-моему, вот я на что-то такое натыкался. Ну, Лунтик у нас, он, как вы видите, очень... Во-первых, да, во-первых, мы видим, что фон из Соника, а во-вторых, мы видим, что Лунтик очень доволен своей участью, тем, что он в этой игре задействован, он прям рад, у него счастье в глазах светится. Play, load. Ну, load что, load? Какой че... А, он козявка там ходит какая-то, да. Какой чудесный день! Что тут произошло? Я должен с этим разобрать! Ты уверен, чувак? Ты чё, сраный сыщик, что ли? Чё это ты должен? Ого, он бегает, ни хрена себе. Так, прыгаем мы на пробел, значит. Звездец игре! Попробовать снова. Да, давайте. Попробуем. Потому что я не хочу, чтобы был звездец этому видео. Оно должно быть завершенным. Так, я так понимаю, с края прыгать, да? О, хорошо, смотрите, получилось. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Слушай, ты там прям кузнечик такой охренительно прямых... Стоп, тут что-то было посредине. Да господи, звездец игре. Опять звездец, ребят, опять звездец, понимаете? Вот, и ничего с этим не поделаешь. Так, ну смотрите, сейчас достаточно просто будет. Сюда, теперь сюда, теперь сюда. И теперь с края прыгаем, и как я делал, в принципе, это правильно. Вот, отлично, получилось. Прыгай! Ну, ты же задержал... Ну для чего ты задержался, если не... Слушайте, хардкор, хардкор с кузнечиком. Кузей, да, его ж Кузи зовут, правильно? Надо уже, наверное, посмотреть пару серий по Лунтику, мне кажется. Как это я до сих пор этого не сделал? Ну, я не знаю, просто вот телепузиков смотреть как бы их забавно, потому что там полная дичь происходит, поэтому я иногда могу... Оба, проломить стену, битва. Давайте битва, битва, это интересно. Зет, кинуть камень. А, о, зашибись, так, я могу быть... Все, Лунтик, Лунтик, обосрись, беги. Да он такой, я не знаю, но он явно хотел меня убить. Че, он гонится за мной? Да нет, вроде. Слушайте, какая эпичная музыка. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Прям вообще. Ух, ой. О, это была рожа Лунтика. Лунтик, а че ты, зассал, что ли? Че ты исчез? Да ну, слушай, Лунтик, ну кто-то... Мы серьезные люди или нет? Точнее, Лунтики и Кузнечки, мы серьезные или нет? Ты уж давай нападай или... Ага, вот он меня и послушал. Блин, он ножами швыряется. Ты че, совсем оборзел? Звездец игре говорит, так, раз, давайте, два, окей. А, что это? Отстань, отстань, чертила ты поносная, черножопая, отвали, пожалуйста, от меня. Так о чем мне делать-то, я не понимаю, он меня сейчас поймает. В конце концов, давай бежать, наверное. О, наверное, там будет продолжение, можно будет угнать куда-нибудь, куда, в ту сторону. О, кольцо, Звездец игре, а что тогда? А что мне-то, до скончания веков от него бегать, что ли? Ай! Опять, опять, смотрите, опять. А, я догадался, точно, вот они, пошли параллели. Во-первых, блин, во-первых, музыка, как я сразу не узнал, слушайте. Музыка из игры Sonic X Continued Nightmare. Ой, да-да, правильно, правильно, так и называется. Там финальный босс под эту музыку. Я помню, я часа полтора долбился. А его, наверное, надо в кольцо загнать, да? Точно, смотрите. И что? Блин, он опять своим сраным... Ты чё, я не понимаю. Тоже мне сраный, гребаный, блин, самурай кончит. Да, блин, перестань, Лунтик. Перестань это делать.
Я ведь лунтиковской маме твоей скажу, она тебе письку отрежет за такое поведение. У него есть мама? Я не знаю, есть ли у Лунтика мама на самом деле. Оба! Ох, залетели, теперь бежим. Как-то я должен бежать за ним и уворачиваться от ножей? Я правильно понимаю? Да, сложно, сложно. Это первая в мире Лунтик Экзе игра, которая реально заставляет побомбить, по-моему. Так, хорошо, смотрите. Здесь достаточно просто. Раз, подпрыгнули, залетели. Все, вот идеально получается. Теперь давай, оп, вот так. Оп, вот так. Ну это же как же это называется? Да чтоб тебя! Ну, мать твою! Ну какого ж ты хрен... Давай! Раз, два, три... Все, бежим! Бежим от этой сволочи! Все, зали... А чё он не прыгнул-то? Чё он не прыгнул-то нормально? Обо что ты там ударился своей кузнечиковской тупой башкой? Объясни мне это! Прыгай, давай! Вот сейчас подбегаем, смотрите. Оп! Хорошо! Так, теперь уворачиваемся от ножа, прыгаем. Уворачиваемся вот так, прыгаем. И вот! И вот я хотел сказать, вот с края обрыва прыгаем, но... Но мы не прыгаем. Может мне подождать, пока он убежит? Или это гонка? Или я должен быстрее, чем он, куда-то там добежать? Вот это, кстати, как вариант. Ну давайте мы... Во, вот так, смотрите, я по... Я хотел сказать, я поймал ритм. А Лунтик прям на опережение, он прямо метатель. Лунтик, ты с каких пор стал метателем ножей, блин? Это нечто невероятное, то, что ты проделаешь. Раз, так, смотрите. Два. Ай-яй-яй, ты... Слушайте, я просто не могу, я не понимаю, как там можно пробежать таким образом, чтобы эта сволочь тебя... Ну-ка, подождите, давайте. Значит, вот так вот бежим, все, пробежали сюда. Ждем, подождались. А теперь бежим на опережение. Во, на опережение, точно. Смотрите, он только назад их как-то кидает. Он не может кинуть их передо мной! Это хра... Быстрей! Отлично! Я разгадал секрет успеха игры в эту игру! У нас все получится! Мы все сделаем как... Но... Как он сейчас кинул нож, что он чуть меня не попал? Лунтик, ты что охренел? Лунтик, перестань! Есть! Энергия. Лунтика X. А что вы мне предлагаете делать? Энергия. Ну, энергия, энергия. Она у него уменьшается хоть? Я чё должен нажимать? А, да, смотрите, у него энергия уменьшается. Мы бежим на какой-то сраной беговой дорожке, два черепа непонятных. Лунтик, что это за друзья у тебя? Ты с Сансом и Папайрусом подружился? А чё они так выглядят? Они забухали? Расскажи мне, что там в подземелье происходит? Ты чё-то, ты их научил плохому, видать. Это, скорее всего, ты их привел к алкоголизму. Ну, посмотри на их рожи, реально. Такое ощущение, как будто... Как будто Кузя выжил! Кузя выжил! Отлично. Надеюсь, Санс и Папайрус тоже потом оклемаются от своих бухательных экспериментов и в итоге не помрут, а выживут. Энтер. Кузя решил предупредить остальных. О боже, это еще не конец, мать твою. Так, это аж обосраться просто, если вся игра такой тяжелой будет. А, вот они остальные, да, летят? Остальные летят с ведром какого-то говна. А куда мне надо-то? Ну давайте лететь куда-то вправо, вправо, вправо. Ля-ля-ля, вжу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу. Жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу. Я веселенький пчеленок, и мне сейчас хорошенечко дадут. Лунтик придет, и Кузя придет. И все они меня в попец вы... Да, рифма. Рифма получилась бы, если бы я был некультурным человеком. Но я же не могу такое рифмовать, правильно? Вы же сами понимаете, это же Декарт. Декарт это канал... Канал сдержанного, канал очень, очень непошлого товарища, который никогда себе такого не позволит. Нам что делать? Слышь, ты, пчеленок, какого дьявола тебе надо от меня? Что это? Что происходит? Наверх лететь? Куда лететь? Он хотел предупредить остальных, я понял. Он хочет предупредить остальных. Молодец. Молодец, Кузя. Где ты, блин, Кузя? Предупреди меня. Я остальные, предупреди. А, может он внизу где-то стоит? А я его просрал? Ну-ка, давайте посмотрим. Кузя. Вы видите Кузю? Где Кузя? Кузя? Я тебя не вижу. Ой, боже. Пока вы летали за отверткой, Лунтик Икс похитил жучка. Срочно активируйте металл Лунтика и верните жучка. Кого? Какого в срак... Энергия Лунтикой... Пиздец, секрет, да. А что надо делать? Так, пресс Enter. Так, сейчас еще раз смотрите опять. Жум-жум-жум, что-то по... А, надо стрелять по лунтикам. Лунтик X был убит. Но обычный лунтик затерялся в другой вселенной. Выберется ли он? Куда я знаю?
Средняя концовка, Лунтик не смог выбраться. Корней Корнеевича забрал с собой Лунтик Икс. Но все остальные в порядке. Ладно, окей. Средняя концовка, так средняя концовка, слушайте. Я даже не знаю. Лоуд! Лунтик Икс был... А, можно загрузить, видите, продолжить. И сейчас мы с вами будем на хорошую концовку идти, да? А чё вот этот прицел, можно его куда-то убрать? Он нахрен вообще нужен. Так, смотрите, если я встану между шипов, то не надо становиться между шипов. Надо вот так, да? Окей. Ок. Хорошо. Пока не... Это что? А, окей, перелетаем, перелетаем. Теперь вот здесь. Слушайте, нормально, нормально. Лунтик выберется. Зуб даю, Лунтик выберется. Правда, наверное, не сразу, потому что Декарт сразу такие вещи не проходит. Но со временем Лунтик, наверное, выберется. Ну, мы же там умрем. Да, мы там умираем. Красное кольцо. Нельзя. Не-не-не-не-не. Никакого. Так, давай, гейммейкер, еще раз. Лоуд, пожалуйста. Продолжить. Хорошо, давайте. Попытка номер два. Вот так. Вот так. Вот. О, чу-чу. Тихо. В эту сторону бежим. Бежим в эту сторону. Под этим. Я что-то не понимаю. Ну, подождите, сейчас. Оп. Хорошо. Ладно, тогда не под этим. Давайте тогда... Вот так, через это все. Может, надо вниз прыгать? А, да, точно, надо вниз прыгать. Хорошо. Тут, короче, надо найти выход. Знаете, вот в этом лабиринто-типовом месте. Давай. Опа, долетели. Нормально, слушайте, Лунтик прям... Тихо, вот здесь нельзя. Видите, на шипы бросит. Надо прыгать между этими штуками. Хорошо. Есть. Давай. А нахрена тогда нужны эти зеленые кольца, если они ничего не дают? Хорошая концовка! Лунтик выбрался из другого мира, и все живы. Ну вот давайте на этом мы тогда и остановимся. Раз хорошая концовка, то пусть она такой... Пусть она будет финальной, скажем так, в нашем видео. Вот и все! Вот и все, ребята. Лунтик Икс из Луны. Кстати, я не заметил, по-моему, эту надпись в прошлый раз. Это так, знаете, для капитана очевидность писал, что, ну, из Луны, ребята, Лунтик. На то и Лунтик, что он из Луны, правильно? А то, знаете, развелись всякие Лунтики с Марса, с Венеры Лунтики. Особенно с Венеры Лунтики опасные, с ними лучше не связываться, а то можно что-то подцепить. Но вот Лунтик X из Луны, вот этот, это железобетонный. Ну окей, давайте вот на Лунтике X из Луны мы и закончим, и я буду прощаться. До следующих видео, ребят. Если понравилось то, что вы увидели, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, жмите поделиться, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании под видео. И все на этом. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.